встретить вас в студии жилищной лотереи. И у нас в гостях певец Митя Фомин. Встречайте! Доброе утро! Доброе утро, здравствуйте. Митя, и я сразу же вручаю вам билет сегодняшнего 188-го тиража жилищной лотереи, чтобы у вас была возможность выиграть призы. Держите. Очень надеюсь, что я смогу выиграть квартиру. Да, давайте узнаем у Лии, что мы сегодня будем разыгрывать. Или... Сегодня в жилищной лотерее мы разыграем 8 квартир и множество денежных призов. Митя, мне нужна ваша рука для того, чтобы начать игру. Только с вашей рукой, Виктория. Безусловно. Итак, мы запускаем лототрон. 3, 2, 1, пуск! Итак, призовой фонд сегодняшнего тиража жилищной лотереи составляет 15 266 150 рублей. Гарантированный суперприз сегодняшнего тиража составляет 3 миллиона рублей. В первом туре мы разыграем 210 тысяч рублей. Если первый тур закончится на 5-м ходу, то победитель получает не только приз первого тура, но и суперприз. Митя, объясню вам правила первого тура. Необходимо раньше других зачеркнуть все 5 чисел любой горизонтальной строки. Итак, мы ждем первый шар первого тура. И это шар номер 46. 1. 15. Шар номер 31. Внимание! Следующий ход 5-й. А это значит, что прямо сейчас может быть разыгран наш суперприз, который составляет 3 миллиона рублей. Итак, мы ждем 5-й шар. Это шар номер 72. Суперприз жилищной лотереи сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж. Но ничего страшного, суперприз не разыгран, а розыгрыш первого тура продолжается. 24. 87. Стоп, игра. В первом туре выиграли сразу 4 билета, приобретенные в Москве, Ставропольском крае и на нашем сайте stoloto.ru. Каждый из победителей выиграл 52 500 рублей. Я приветствую всех, кто сегодня обзавелся денежными призами. Я желаю, чтобы вы их потратили себе во благо, своим родственникам, на образование, на путешествия, на удовольствие. В конце концов, выходные дни проведите их с пользой, на природе, вдыхая свежий воздух и слушая хорошую музыку. А вот это здорово. Переходим во второй тур сегодняшнего тиража и приступаем к розыгрышу 8 квартир. Мы с Мити желаем вам удачи и запускаем лототрон. Напомню вам правила второго тура. Необходимо раньше других зачеркнуть 15 чисел верхней или нижней игровой карточки билета. 53. 84. 28. 32. 30. Шар номер 41. 23. 18. 6. Шар номер 54. 88. 56. 78. 70. Как дела? Уже лучше. Прекрасно. Шар номер 79. 47. 81. Шар номер 73. 3. Шар номер 9. 14. Шар номер 86. 50. 34. 48. Я напомню, это второй тур, и мы приступили к розыгрышу квартир. Шар номер 33.
66 65 90 29. Шар номер 19. Шестьдесят два. Шар номер 12. Стоп-игра. Приз второго тура разыгран. На этот раз удача сопутствовала нашему участнику из республики Мари Эл. Ваш выигрыш – квартира. Вот только что на ваших глазах человек выиграл квартиру. Здорово? Это прекрасно. Мне приходят на ум строчки из моей же песни. У меня есть замечательная песня. День, когда я возвращаюсь домой. И вот я желаю выигравшему, чтобы он в ближайшие дни возвратился в свой новый дом, чтобы он был для него уютным гнездом и, может быть, даже пригодился для создания новой семьи, если семьи еще нет. А вот это здорово! Могли ли вы представить, что вас будет поздравлять лично Митя Фомин? Поздравляем вас! Я хочу спеть на новоселье. Можно? Пригласите меня. Можно, разрешайте. Приглашайте. Переходим в третий тур сегодняшнего тиража. И продолжаем розыгрыш квартир. Запускаем лототрон. В третьем туре выиграют билет, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами выпавших из лототрона шаров. 63. 49. 8. 17. Как дела? Знаете, уже лучше, мне кажется, 30, у меня все-таки я не зачеркнул. Шар номер 57. Есть? Вот, отлично. Шар номер 7. Нет такого шара. Ждем следующий, ничего. Шар номер 38. Есть такой шар. Ура! 83. 39. 71. 25. 89. Шар номер 68. 27. Еще 7 квартир в розыгрыше. 58. Шар номер 80. 60. Шар номер 64. 65. Шар номер 76. Шар номер 59. Шар номер 82. 37. Стоп-игра! В третьем туре выиграли два билета, приобретенные в Ульяновской области. И на нашем сайте stoloto.ru каждый из победителей выиграл квартиру. Поздравляем! Сразу два новосела! Поздравляем вас от всей души! Переходим в четвертый тур сегодняшнего тиража и продолжаем розыгрыш квартир. Продолжаем розыгрыш квартиры, запускаем лототрон! Семьдесят четыре! Стоп-игра! В четвертом туре выиграл один билет, приобретенный в Орловской области. Ваш выигрыш – квартира! Поздравляем вас! Переходим в пятый тур сегодняшнего тиража, и нам осталось разыграть еще 4 квартиры. Еще 4 квартиры! Запускаем лототрон! 21! Стоп-игра! Что ж такое, опять стоп-игра? В пятом туре определились 3 победителя. Они приобрели свои счастливые билеты в Удмуртской республике, республике Татарстан и Тульской области. Каждый из победителей выиграл квартиру! Поздравляем вас! Начинаем 6-й тур сегодняшнего тиража. Нам осталось разыграть еще одну квартиру. Может быть, вы ее сейчас и выиграете. Ну, хотелось бы верить. Шар номер 44. Стоп-игра! И у нас определился последний на сегодня обладатель квартиры. Он приобрел свой счастливый билет в Москве. Поздравляем вас!
Москве. Мне кажется, что Виктория, извините, пожалуйста. Так. Я с вами стоять не буду больше. А ты почему? Я вот вам не нравлюсь. Потому что у вас рука тяжелая. Если не повезло, я пойду к Илье. Ну, может быть, повезет вам выиграть... Следующее, в любви, например, да? А мы еще не закончили. Мы сейчас будем разыгрывать денежные призы сегодняшнего тиража. Размер выигрыша вы увидите внизу экрана. Запускаем лототрон. Шестнадцать. Шар номер 77. 13. 69. Шар номер 42. 75. Шар номер 40. 36. 35. Шар номер 45. 43. 20. Шар номер 10. 67. Напомню, мы разыгрываем денежные призы сегодняшнего тиража. 11. Шар номер 51. 26. 5. Шар номер 4. Стоп-игра! Стоп-игра! Это был последний ход 188-го тиража жилищной лотереи. Поздравляем всех победителей. Митя, давайте прямо сейчас пройдем к лототрону и посмотрим, какие шары в нем сегодня остались. Вперед. С удовольствием. Итак. Остался шар номер 55. 55. Шар номер 22. 22. Шар номер 52. 52. И шар номер 61. 61. Друзья, если этих номеров в вашем билете нет, это значит лишь одно. Вы выиграли. 188-й тираж жилищной лотереи завершен. Сегодня выиграло 57 310 билетов. Всего было разыграно призов на общую сумму 15 245 639 рублей. И гарантированный суперприз следующего тиража составит 3 миллиона рублей. Я, Митя, вручаю вам с удовольствием билет следующего 189-го тиража жилищной лотереи. Виктория. Обращаю ваше внимание, что этот тираж праздничный, потому что посвящен он Дню семьи, любви и верности. И мне кажется, вот такой подарок будет отличным поводом порадовать своих близких, знакомых и друзей. И через неделю в 189-м тираже жилищной лотереи мы разыграем 7 таунхаусов и огромное количество денежных призов. Кроме того, игра будет идти до 87-го хода. Это значит, что ваши шансы на выигрыш и ваши будут больше, чем обычно. А чтобы еще больше увеличить свои шансы на выигрыш, приобретайте вот такие блоки, в которых сразу 3 билета 189-го тиража жилищной лотереи. В этом блоке вы найдете все 90 чисел. Верьте, друзья, в свою удачу и помните, у нас выигрывают! Ну а завершает программу Митя Фомин с песней «Следуй за солнцем». Отличных солнечных выходных вам, друзья! Увидимся ровно через неделю! Пока! До встречи!